Меня зовут Ковалев Кирилл. Я ученик школы-лицея Черноморский, Одесса, Украина. Год периодической системы, я вам расскажу, как используется фосфор. Белый фосфор широкого применения не имеет. В основном используется для образования дымовых завес. Красный фосфор используется для производства спичек. Черный фосфор очень редко используется. А что интересного про химические элементы знаешь ты?